thing is, I wanna make it with you. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я буду завершать рубрику, которая мне самому нравилась, но сейчас нет никакого смысла заниматься ее развитием. Под названием «Все по чуть-чуть». В ее время прошло, и видео были довольно длительными, плохого качества был звук. Я не говорю, что сейчас очень хороший, но если вы послушаете видео того периода, там звука практически вообще не было. И вот я все-таки решил закончить 17-й год последним роликом. И номер его как раз 17, очень символично. Рубрика заключала в себе различные новости, какие-то интересные штуковины. Мою истерику традиционно, конечно. Это пройденный этап, который хотелось бы красиво завершить. Итак, начнем. Где-то с недельку назад компания Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone. Это был товарищий писец полнейший, пердаки просто разрывались на куски. Все СМИ просто писали только об этом. Количество исков просто зашкаливает, сами понимаете, у людей всего лишь две почки. Ладно, одну ты отдашь там за шестой iPhone, а одну нужно оставить, понимаете? Да и многие нормальные люди не понимают, как можно отдать за телефон и так дохренище денег, а потом его через там полгода, год менять. А тут ты узнаешь, что отдал такую кучу денег, а они еще сволочи берут и замедляют его работу. Так вот, 29 декабря они сообщили, что пытаются исправить ситуацию. Принесла официальные извинения. Суть там заключается в том, что выносятся аккумуляторы. Программно. А чем хуже аккумулятор, тем ниже у айфона производительность. Но какие сволочи же жадные, а? Так вот, они вчера еще сообщили, что будут снижать цены на замену аккумуляторов. Ничего не скажешь, честные у них методы. И кто тут теперь корпорация зла? Хорошо, что Джобс до этого не дожил. Хотя кто его знает, какие были при нем махинации? Явно были. Скажу вам точно, мне насрать, у меня никогда не было айфона. Так что похрен. Популярный мессенджер WhatsApp откажется от поддержки BlackBerry OS и Windows Phone с 1 января. Так как я сам пользователь Windows Phone, я вам сразу говорю, не очкуйте, это не все версии. Это касается 8 версии. 7, естественно, уже давно не поддерживается, а вот 8.0 только с 1 января. У кого 8.1 и Windows Phone 10, ну там немножко еще можно оклематься. Спасибо этой программе за то, что она и так длительное время поддерживала. Вот, например, у меня был Nokia E63 с QWERTY клавиатурой, такой бизнес-телефончик. Так вот, он поддерживался вплоть до 2016 года. Как раз в 2016 году перестали поддерживать Nokia S60. Ну, это как раз касается E63, Android 2.2 и Windows Phone 7.1. Ну а теперь маразматическая новость, на мой взгляд. Расскажу простым языком. Есть такая команда разработчиков, это целая команда, на мой взгляд, ну, поймите суть. Команда разработчиков, реставраторов старых KDE. Жесть, да? Которые ранее выполняли работу по портированию KDE 1.1.2 для современных систем, представили проект по адаптации KDE 2 для запуска на современных машинах. То есть представьте, что вместо того, чтобы писать какое-то важное программное обеспечение, да, какие-то разработчики из компании Microsoft, допустим, взяли бы и переписали Windows 95 с DOS, с оболочкой, точнее, адаптировали это все под современные машины. Это как советский газовый мопед научить ездить на 95-м бензине. Ну или как искать аэродинамику у кирпича. Естественно, данное извращение, на мой взгляд, протестировали на Fedora 27. Там, в принципе, у них основная база таких. Здоров, кошара, с наступающим. Тут у нас погодка такая просто офигительная. Морозы. У нас тут минус 45, видите, 30 число. Замерзает Беларусь просто, вся во льдах. Как бы все это дело пережить?